купили, а ты не так, какую цену вон. Решила записать это видео. Перехожу сейчас на новую работу, меня обрабатывают, говорят, что очень важно медицинская терминология. Когда нет медицинской терминологии, нет доверия к человеку. Я хочу сказать, что человек, имеющий много медицинского всякого разного образования, со всякими терминологиями, завел меня в огромнейший длительный процесс, где я не могла вылезти из обострения длительное время. Хорошо, что Светочка мне вот встретилась на просторах интернета и без всяких медицинских терминов вывела за 21 день. Суставы стали сгибаться, я сажусь на корточки, гинекология в норме, показатели все крови в норме. Так где же вот эта вот правота? Нужно ли оно, вот это образование, образное ваяние, где оно правильное? И это просто бесконечная благодарность, Света. То, что со мной произошло, да, сейчас я на еде, но это другое состояние. И действительно, познакомив вот с тем, что было, уже ты свободен. Ты свободен, ты знаешь, что ты можешь вот так и можешь вот этак. И я теперь знаю свои ошибки в плане питания. Я знаю эту тонкую грань. Хотя до этого я знала, что вот это мне можно, а это нельзя. Но были еще нюансы, которые вот либо мы себя как очищаем до конца, чтобы потом посидеть на 3 днях, или на 4 днях, или там на неделю, или на месяц. Вот теперь я поняла, внутри свобода. Внутри свобода, вышли паразиты первый раз. Хотя не было там у нас такого прям айс. То, что я до этого делала, антипаразитарки, это было мощно. Сейчас я ничего такого не ощутила, и они вышли. Ну, это просто нет слов, какая благодарность. Свет, люблю бесконечно, просто люблю. Действительно, описать словами, я поражаюсь иногда тебе, как ты можешь описывать нам вот свои вот эти состояния, которые открываются. У меня, когда я чуть-чуть к этому прикоснулась, я не могу писать. Просто словарный запас такой маленький у людей, что то, что открывается в этом, когда ты весь наполняешься другими энергиями. Не знаю, я пока писать не могу. Благодарю тебя, люблю. Спасибо тебе большое.